Hey, yo, guys, с вами Шумики, мы продолжаем охотиться на привидений. Так, мы с вами в каком-то отеле Бургер. Блин, не помню, как он точно там называется. Ну, это, короче, какой-то отель. Мы с вами исследуем локации на паранормальщину. То есть на какие-то древние артефакты, за которые нам могут заплатить. Да-да, не будем забывать то, что нам за это платят. Когда мы находим какие-то диковинки. Поэтому, конечно же, я буду искать все, что можно найти, в принципе, на уровнях. Это что было? А, ну так я знаю это. Подожди. О! Активный медный колокольчик. 1500 плюс. Это артефакт. Колокол призывателя. Происхождение неизвестно, но по отчетам его видели в отеле Де Жардина Принтанье перед исчезновением. Отеля не колокольчика. Как этот сверхъестественный артефакт в конце концов оказался в отеле Сэндвич? Для всех загадок, хотя его влияние на прислугу нельзя недооценивать. Отель Сэндвич. То есть он сразу, типа, когда звонят, все приходят, да? Так, и сколько у меня сейчас бабла? 4К. Реактивная ловушка. Быстрая ловушка. А, так я могу так еще прочесть. Увеличит скорость движения и снижает отдачу. Нет. Повышает точность сканирования датчика призрачной энергии. Ну, такое. Оптимизация процесса перезарядка датчика призрачной энергии. Ну, хер его знает. Быстрая ловушка повышает скорость подготовки ловушки к захвату призраков. 50-50. Оглушает оглушающий хлопок. Активация автоматическая засасывает призрака в ловушку при попадании в зону ее открытия. Активация автоматического засасывания. Ну, слушайте, слушайте, он автоматически засасывает. Поэтому фиг его знает. Ну, как вы видите, да, нам нужно искать с вами секретики. А именно артефакты, за которые нам платят денежку. Я чувствую ветчину в сладком глазури и ребрышке. Сюда. Бернзал Алгебра. Он так был. Ни в коем случае. Вы не можете войти в это заведение, поскольку через полчаса у нас будет важный гость. Держу пари. Так, и вы уже достаточно насорили. Я уверен, что это за штука просто исчезнет оттуда. Я пойду на риск. И не пропущу вас. Это все, что я хотел услышать. Пойдем выпьем кофе, только на этот раз без прислуги. Подожди. О, чертова слизняк. Осторожно, Питер. Надеюсь, ты не забыл про инцидент на острове. Какой остров? Ну, скорее всего, нужно либо фильмы смотреть. Ну, про слизняка, то, что он его снова лизнул, это да, связано было с фильмом. Почему здесь красненько? Типа, нельзя ломать? You bring your apron? Не хочешь захватить фруктов? Придется пойти ним. Так. Алибар должен быть начальником. Привет, yeah. Шеф. Окей. Ладно, чемпион. You leave for a while. Теперь ты готов.
Так, тап. Темная слизь. Едкая слизь, класс 1. Так, экзогенные. Темная слизь встречается в местах взаимодействия между реальным и призрачными мирами. Это опасно, так, опасное вещество, представляющее собой эктоплазму, переносящую отрицательные энергии. Темная слизь невероятно едкая и наносит серьезный урон любому, кто достаточно неосторожен, чтобы вступить с ней в контакт. Основная, так, основная на спектральном резонансе, темная слизь служит источником энергии и может при достаточно насыщенности духовной энергии служить порталом для призраков. Хорошо, запомним. Мне что за это ничего не дали? Хорошо, старайся не касаться слизи. Она сильная и немного опасна. Ай-ай! Нет, ты все видел, не испугался? Ай, ё-моё. Ничего страшного. Это происходит почти на каждой кухне. Так, я не успел с призрака сфоткать. Okay, I dare you. Everything but the kitchen. Хорошо. Воу-воу-воу. Тихо, я понял. Надо атаковать так. И под луч его не попадать. Минус деньги. Именно поэтому я не прочитаю есть рыбу. Так, кого мы споймали? Летучая рыба. Роевые создания, класс 1. Так, телесный призрак, рассеиватель. Похоже, что эти маленькие существа подчиняются воле большого субъекта и вынуждены защищать его, контролируя различные отходы рыбного рынка. Как и другие роевые классы, 1-метровая так летучая мышь быстро перемещается, но эти создания очень слабы. Будучи разорваны на части, они быстро возвращаются в глубины призрачного мира. А мог я бы их просто споймать? Вопрос. Или их только убивать? Так. Папи Саргаси. Бродящий телекинетик. Так, бродящий телекинетик класса 3. Призрак, устойчив к ловушкам, хорошо. Папи Саргаси заканчивает печально известный род гордой линии мароплавателей и рыбаков. Все его предки не смогли избежать преждевременной смерти, так или иначе связанной с водой. Папи, не желая с этим мириться, выбрался более сухопутную карьеру и в 1950 году открыл ресторан Саргаси, в котором решил подавать блюда морской кухни. Позже он преодолел свой страх перед водой и занялся рыбалкой. Семейное проклятие все же его настигло, а может, он был просто невезучим. Но на одном из рыбалок во время ловли мелкие рыбешки его сломала большая белая акула. Слопала. Как нужно поднять его и использовать вторую фазу патрона бластера, луч захвата. Минус 800. В принципе, это все.
хочу сюда. Мне кажется, тут что-то будет. Ого, здорово. Ха, фигурка Зефира. Бум, на охотников за привидениями последовало после инцидента с картиной Вига в 1989 году. Уличные торговцы сувенирно продали буквального тонны лицензированной одежды и дешевой безделушек. Считается, что продажи фигурок Зефира превысили обычно занимающиеся первое место статуи свободы в тот год более чем вдвое. Спрос упал почти так же быстро, как и появился, и продажи сократились. Некоторые останки все же еще можно обнаружить на улицах Манхэттена и Бора. Они даже могут быть пропитаны сверхъестественными элементами. Уровень отель сэндвич. Так, пойди мне денег 8к. Ага. Давайте, наверное, на реактивную ловушку буду собирать. Да. Ой, подбери. Я думал, это дело в курочке. Хлебушек. Ладно, побежали. Он когда бегает, он вообще неконтролируемый. Это довольно плохо на самом-то деле. Ладно, тут сигналов не ловится. Минус FPS. Значит, мне не послышалось, что действительно будет важные гости. Ох, это минус только денег будет. Почему бы нам добиться новых ингредиентов в зеленый салат? Я буду на подлоге. Оглуши его и попробую произвести захват. Захват сделать, когда у тебя 30 FPS? Ну, такой приятель. Бля, как бы так сделать по-тихому? Подожди. Ох ты чё? Лампы. Вот так и хочешь норовить, чтобы я куча денег потратил. Ой, минус стул. За 90 баксов. Ладно, музыкальный инструмент не сломать. Почему ты бегаешь? Палки. За шторки хотя бы платить не надо. Отлично, отлично. Хорошо, работает. Если он улетел? Подожди, ну кто-то здесь. Я лучше заберу. А, тю. Лампа, 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 осторожно. Ой, бля. Купил, но что-то нифига не работает. Как надо. Подожди, 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 мне перегрев. Тихо-тихо-тихо. Готово.
Да. Бесподобно. Видели? Как-то теперь все поняли, что не стоит больше удивлять слизня Пита Сэндвича. И к тебе тоже относится. Пришлось слегка изменить обстановку, но в целом, думаю, гостям понравится. Пришлось слегка изменить-то. Бледный зал Альгарда, что вы наделали? Господи, придется через 15 минут. Больный зал Альгарда, что вы сделали? У тебя какие-то проблемы? Благодаря мне и моему новобранцу, теперь вы можете устраивать здесь любые праздники. Призраков больше нет. И насчет важных гостей. Передайте. Пламенный. Привет от охотников. Так, не забудь забрать свой этот. О, мой любимый отель. А вот и вы, ребята. Картофель, эй, Рейд, ты еще не понимал с этим разговором о дисциплинировании нашего новобранца? Нужно обсудить. Это ужасно. О, тут еще что-то есть. Я знал, что отсюда не стоит еще ходить. Они там еще кого-то ловят по звукам. Что? Я не понимаю. Там в раковине что-то? Они так и наверят мне, чтоб я прокачал себе этот датчик. Ладно, окей, вы заставили меня прокачать датчик. А замена пламенного ядра и узла обнаружила датчики, произведенные из элемента родины, увеличивают чувствительность детектора уровня колебаний нейтронов. Это расширяет активную зону сканера, что позволяет легче выполнять сканирование, быстро перемещаться с... Так. Быстро перемещающихся сейчас сущностей. Сканирование быстро, так, бла-бла-бла. Соблюдайте осторожность, Роди остановил следы на человеческой коже, поэтому попытки вытащить из узла обнаруженный источник этой ценности редкоземельный металл для личного использования будет с легкостью обнаружены и станут причиной для сурового устного, а возможно и административного предупреждения. Давай попробуем. Где? Где? Я тут вижу, что? Или вы мне предлагаете сломать? Нет. Но я понимаю, что где-то здесь что-то призрачное. Ладно, забью. Плевать, пошлите. Кого они там ловят? Ребят, чё вы тут? О-о, выше нос, твоя проверка завершена, теперь помоги нам. Они сразу вдвоём. И даже тут не двое, а трое. Ни хрена себе. Стойте, я тут сейчас так, ребят, подумал.
Мне нужно кое-куда сбегать. Вы пока что сами справитесь. Потому что мне кажется, когда мы это сейчас поймаем, мы эту локацию покинем с вами. Поэтому извиняй. Скоро буду. Да ёлки-палки. Подождите, у меня что, есть шанс умереть? Мана. Оно она самовосстанавливается, в принципе. Да ну тупые призраки. Подожди, дай мне. Ну что, они двери закрыли? Блядь. Печаль. Короче, я еще одного не споймаю, найс. Потому что, видите ли, дверь закрыли. Where do you think you're going? Hey, I'm on your side. Nice screaming. Getting the hang of it. Good drop work. Давай, надоел. Где? Двигаемся. Доступ к апгрейдам. Быстрая ловушка. Повышает скорость подготовки ловушки к захвату призраков. Может, она в плане того, что... Ну, давайте купить. Уровень, что... Да. Дополнительные тестирования показали, что удавление пластины магнитного буфера, ловушки и прикрепленной защитной панели увеличивает накопление заряда и обеспечивает максимальное ее развертывание. Осталось убедить, что удаление пластины, буфера и узла защиты никаким образом не появляется на безопасность. Кто это за доблеплатит? Сэр, мне зачем волноваться за поимку и уничтожение? Реклама охотников за привидение в благодар... Нет, я привез про материальный ущерб. Городная мэрия по полной защите интересов наших клиентов. Так что, по праву говоря, я чувствовал здесь враждебный настрой, поэтому считаю, что наши остальных призраков здесь. Вы не про... Нет, не надо, просто будьте поосторожнее. Осторожность главное в нашей работе. Внимание! О, откуда он взялся? Полагаю, вам следует его, если ты не хочешь это обсудить. Кадет, приглядь за доктором Спрэжа, посмотри. Давай, давай, поехали. А, я за тобой иду, поехали, доктор. Надеюсь, меня впустят в ту комнатку. Сука. Короче, я потерял артефакт. Сюда. Похоже, он направился вверх по коридору. Я не могу так добраться вперед, здесь вы один, и возьми ловушку. О, вот этот вот момент, который мне был стрёмный, просто пиздец.
Объясни, потом поймете почему. Я здесь недалеко вообще дошел. Вот, в принципе, до следующего босса дошел и все. Я игру не смог пройти из-за того, что я не смог победить босса. Я не понял, как его одолеть. Это пиздец, страшно. Это просто жутко и страшно. Ну, сейчас все поймете. Выследите призрака. Проклятый артефакт. Так, портрет Г. Сэндвичка. Портрет 1910 года. Когда Готфрид МакАлистер Седжвик открыл свой огромный отель, многие сочли странным, что человек, настолько сильно не любивший людское внимание, открывает бизнес, в котором приходится много общаться. Отель Сэндвич. Плюс кэш. Во. И сейчас все изменилось. Все затоплено, как вы видите. И там у кого ванна переполнена, а точнее ванна заполнена протоном, сооруженной водой в 7000 кубических метров с морскими огурцами. Вот здесь начинается жопа. По факту здесь нужно быть уже осторожней. Потому что некоторые объекты, а именно светильники на стены, могут атаковать. Рэй, ты говорил новичку по... Существование в разрывах — это подвиг его вероятнее точно сбора. Во, да. Светильнички, баны. В смысле? Я его не сфоткал. Алло. Я же его засканировал. Здесь за ХП нужно смотреть. Тут, оказывается, есть ХП, но, блин, я не помню. В детстве меня не могли убить. Так. Канделябрный ползун. Оживленный паразит. Класс 2. Канделябрный ползун представляет собой рой маленьких паразительных духов, которые оживляют приборы освещение и используют их для взломных целей. Эти духи, первоначально представляющие собой останки душ животных, существовавших в физическом мире, захватывая простой объект, превращая их в грубое подобие своей былой физической формы. По факту, если смотреть, я тогда помню, меня эти херни пиздили, я просто в углу стоял и не мог умереть. Может быть, тогда я был просто на легком уровне сложности. А нет, минус 30. Стрёмно обосрался, страшно, страшно, вырубай. Оно что-то там, оно там, за этой стенкой. А я не могу посмотреть, что это. Ладно, поехали. В
Времени у нас не так много, стрёмно. Да. В смысле? Ой, короче, идите в сраку. Почему? Я же нажимаю. Дайте прохода. Понятно, что светильники эти встанут, но вопрос. О, еще есть. Изучить. В 1968 году мадам Ди, могучий, но умирающий медиум, тактусор-невидимка, использовал свою силу предсказания на ближайшем к ней объекте. Испуская последний вздох, теперь невидимый тостер может отвечать на любые вопросы про будущее. Нихера себе. Тостер будущего. Вот это, вот такие моменты меня жутко пугали. Ну блин, ну тут рисовка не такая страшная. Хотя Resident Evil, тот же, как его? Resident Evil. Какие там еще, блядь, игры были, я не помню уже. Ой, короче, посрать, все игры, тот же Evil Within. Игры не страшные, да? А ебало страшное. Блин, надеюсь, это не мне будет в минус деньги. Вот типа светильник, да? Не злобный. А вот подойду, он злобный. Почему они только потом... Вот, они, видите, не злобные. Хотя... А, ну они не злобные, ладно. О, я с морской звездой теперь хожу. Прикол. Это что, кровь? Монать, а так кажется, что будто кровь от тумана. Минус 20 баксов. Что-то я, да, и сломал. Короче, нужно... На 600. Почему минус 600? А ты ж диван, вы ее выдержал. Теперь у нас такая дорожка, видите, какая стала. Вы здесь, кажется, да, у нас? О, вы здесь, вот. Я не смог пройти. Или нет? Да, он смылся, понял. Надо быть просто осторожным, да и все. Ой, минус деньги. Минус сколько? 4600. Знал, хуёво будет.
Отлично. Ты в порядке? Прекрасно. А ты подходишь для такой работы? Что ж, мы научили это большинство сейчас произведений Нью-Йорка, отеля всего за 3 часа. Ваши мамы и я очень горды вами. Что скажешь, Эгон? Что-то засек, давайте его выследим. О, а, так они фиолетовым подсвечиваются. Нет. Рэй, это что-то новенькое. Так, кухонный голем. Так, притягивающий призрак, класс 6. Измененный. Так, големы могут соединять объекты своей воли, манипулируя ими, чтобы создать себе форму физического проявления. Энергия обеспечивает голема способностью восстанавливать поврежденные или разрушенные части своего тела. Он был сформулирован из сверхъестественного образа соединенных предметов кухни, расположенные в отеле Сэндвич. Вот за это я говорил. За вот это я говорил? За вот этот момент я и говорил. Я не смог его пройти. Ладно, ну, в принципе, сам все рушит, поэтому... Сейчас помогу, подожди. Так, голем. А, вон он как работает. Ребят, пока! Да беги ровно! Тупой, что он бегает так херово? Я понимаю, что он за мной гонится. Перегрев. Вот что нужно было, просто ему голову оторвать. Теперь все ясно. А я то думал все время, что мне нужно было сделать. Я не люблю, когда меня летят ножи и вилки. Но мне не больше не нравится, когда ножи и вилки объединяются и нечто гигантское и злобное. Это с тобой ежедневно случается, не так ли? Кто-нибудь, ты видел... Кого с... Парни, я снаружи, и у меня для вас сюрприз. Нам тебя не хватает, партнер. Рад, что ты вернулся. Тебе нравится... Ауди. Нам повстречался новый призрак, ведь ты так мы их встретил. Питер, я не так приблизился к нам в течение 4 часов. На улице сложный... Стойте. Мне знаком этот звук. Уинстон, что ты там-нибудь видишь? Вижу кое-что большое, сладкое, мягкое и белое. И вам это вряд ли понравится. Нет, это невозможно. Не здесь, не сейчас, не снова. Ух, ребят, это, короче, из фильма, второй части, если не ошибаюсь, фильм. Зефирный человек. Давайте сделаем таким образом. Если сейчас видео закончилось, значит, разделил я на несколько серий. Я не знаю, конец это не конец. Если что... Как-то так.